целях предупреждения ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также снижения тяжести и их последствий с 16 по 22 августа на территории Одинцовского округа проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Дорожные полицейские напоминают автомобилистам о том, насколько опасен выезд на встречную полосу при совершении обгона, особенно за пределами населенных пунктов, где скоростной режим значительно выше и последствия столкновения оказываются более тяжелыми.